В Махачкале прошли профилактические рейды, направленные на соблюдение масочного режима водителями и пассажирами общественного транспорта. В ходе рейдов жителям рассказали о важности соблюдения мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Напомним, 23 октября вышел указ в РИО главы Дагестана Сергея Меликова о необходимости ношения масок до улучшения эпидемиологической обстановки. ГИБДД Республики Дагестан совместно с сотрудниками Ространснадзора и другими органами проводит рейдовые мероприятия по выявлению фактов неприменения средств индивидуальной защиты. В этой связи хотим предостеречь всех водителей, граждан, руководителей транспортных компаний. При нарушении требований данного указа лица будут подвергаться привлечению к административной ответственности как водители, так и юридические лица.